Все тут. Угу. Сейчас создам. Сегодня объявят игры для патрон ивента. На Сегу. Какую-то там, как она называется, Сега. Забыл. Сега Game Gear. Посмотрим, что там будет, сколько игр и сколько участников. Если что-то интересное, может быть, я залечу. Но, возможно, скорее всего, нет. Суровыми бородатыми дедами будем? Не знаю, что тут. Не шарюсь вообще за эту игру. Начать. Имя сервера ДБН. Зерно. А, минимум 5 символов, блин. Nice one создадим. Так. Надо лагерь строить, свой какой-то ресурс копать. Бегаем, лутаемся, убиваем мобов, развиваемся, там смотрим, что по прокачке надо. Строим небольшую хижину, где будем весь лут скидывать. Так, идет загрузка. Пока что. Как подключиться к тебе? Сейчас я попробую через Steam тебе кинуть. Пригласить в лобби, я тебе кинул. Так. Что, нажимай начать, и я к тебе попаду? Пароль 3-3, если что. Загрузка пошла. Ага, почему? Да. Вот. Так, ну я тебя жду. Давным-давно. Ладно, плевать. Я, кстати, тоже пропустил эту заставку. Ворона какая-то. Я принес весть. На этой подсказке как раз будет говорить. Я Хугин послан сюда. Ну и послан ты тогда.
дабы сопровождать вас в ваших путешествиях. Мегалиты, окружающие вас, это жертвенные камни. Они олицетворяют павших, которых вы должны увидеть, чтобы попасть в Вальгаллу. Нажми карту М и прокрути колесико. И что даст? Ну, посмотри размер. Ну, хотя мы еще не побегали особо, чтобы понять размер-то. Ну да. Но он очень большой. Так, ну давай, бегаем, лутаем палочки, камушки. Один повсюду разбросал эти магические камни в качестве указателей на пути к павшим. Если присмотреться, этот камень откроет место призыва и птюра вашей первой жертвы. Вам нужно хорошо вооружиться, прежде чем пытаться победить это могучее чудовище. Вооружиться, короче, надо. Пару камней нашел, надо ветки, вот вижу ветки. Теперь можно топор сделать. Не можно, еще не собрал нужное количество. Грибочки сюда. Из еды надо... Ветки собирать. Ветки, камушки пока собирай. И грибочки. А как? Ну, камушки. Они лежат? А места, что ли, нету? Ветка. Надо еще ветку, чтобы каменный топор сделать. Чё фапас-то немножко просел опять? Ягодки какие-то нашел. Он их сбрасывает, а не подбирает. Скорее место. Хотя вряд ли место. Сначала сбрасывает, потом поднимает. Как-то странно. Надо тоже вспомнить. Если что, у тебя слева, где три ячейки еды есть. Тебе надо что-то схавать, но надо три разных схавать, чтобы у тебя хпшка прибавилась. Допустим, вот ягоды я собрал. Одну ягодку съешь и, допустим, грибок. Так, ну ягодку я нашел. Сразу съешь, чтобы хпшки побольше стало. Ветку наконец-то нашел, блин. Теперь могу... Блин, до сих пор не могу. Сколько? Три древесины. Надо еще две ветки. Нашел. Так, каменный так, топор сюда. Или... А, я просто положил в инвентарь, он ее есть теперь. Правой кнопкой в инвентаре нажать. Все, у меня есть топор, я теперь могу рубить деревья. Тоненькие, которые маленькие. А, нам, кстати, еще... Каменный топор. А что надо? Друг сколько? Друга... Нажми галочку. Да, виден другим игрокам. На карте, где нажимаешь. Справа снизу. Так, я могу сделать тоже топор. Я тебя вижу. Сейчас пока лутаем дерево, камни. Тоненькие деревья только можно. Угу, вроде да. Может и большие, кстати. А, можно и большие, но не березы, по-моему. А, и осторожно, дерево может на тебя, короче, упасть и... Да. Грибочек нашел.
Ой. Мод в зависимости от того, что ты делаешь, ты как бы прокачиваешься. Грейдинг напал. Грейдинг. Ну, надо убивать его. Слава. Смогу прийти помочь. Убил уже. Так. Хорош. Большинство предметов необходимо создавать, так как вы только недавно покинули Мидгард. Вам придется вспомнить истинную форму вещей. Ля-ля. Мой младший брат сказал мне, что можно сделать каменный топор из древесины и камня. Да я уже сделал. Бесполезно, это ворона. Так, вот молот создаю, чтобы крафтить дома нам. Дубину, чтобы драться пока что. Так. Молот. Тоже создам. Мы в прошлый раз в лесу там строились. Недалеко от босса. Но там со всех сторон потом прибегали. Я думаю, может попробовать построиться у берега, у воды. Чтоб только с одной стороны, если что, прибегали там. А чем приходишь, что ли? Угу. На берег нам найти. У нас, кстати, какая-то еще метка вон есть немножко с этим. Чему-то приоткрыто чуть-чуть. А вот я воду примерно уже вижу вроде. Надо всегда что-то схавать, чтобы у тебя и хпшка была, и, по-моему, стамину что ли дает или нет, что-то я не помню. Потом у нас получше будет там мясо жареное, да что, да, оно типа больше будет давать. Так, говорит, создать. Да, ладно. Сейчас мы на берегу это сделаем. Я тут дошел до берега, в мою сторону. Иди сейчас какой-нибудь пляж, может, выберем. И там начнем построечку. Вначале, но если чуть-чуть больше, типа плавать, будет навык улучшаться. Ага, уже улучшил. Сейчас какой-нибудь более ровный пляж подберем. Сырость. Вот тут, в принципе, неплохой. Тут, кстати, какое-то этот полустроение еще стоит. Перебрался на другую сторону. На ту сторону поровнее. А
что, я тону? У тебя выносливости не хватает, скорее всего. Да. Ты с выносливостью с полной лучше заходи, потому что если, типа, оно заканчивается, ты тонуть начнешь. Так, ну тут вроде поровнее, или что, вот какая-то постройка еще есть. Люба вон плавает, ничего себе. Что, давай верстак поставим. Хотя тут и не особо ровно. Но мотыгой потом можно подровнять. Или что, или чуть подальше, вон еще пробежим. Го, вон где кабаны. Раз своем. Ну, можем их забить, они так-то агрессивные тоже, когда... Но быстро заколотить можно, хоть мясо как раз будет. Какое кровище. Ой, у меня тут улучшенный кабан. Двумя звездами. Надо помочь его. Блин, надо было как уворачиваться или что тут. Но тут, если что, можно удары блокировать правой кнопкой блок, типа. Типа парирование. О, мы какой-то этот нашли. Умный камень. Давай вот где-то здесь же и построимся тогда. А чё, урон не дает? Ну, просто там что-то написано было. Ты не забывай подъедать эти ягодки-то, если закончилось у тебя действие. Надо шарить. Да, ну сейчас костер там. Нам верстак-то надо скрафтить. Так. Меню строительства. Вот костер. Ремесло. Верстак. На первое время верстак поставим. Его надо так-то закрыть под этим. Под навес. Надо. Под дождь. Будет что? Первое время сейчас, чтобы открылась этот крышу. Не горю. Вот для еды. Надо смотреть, чтобы не сгорело мясо будет. Оно пшикнет и забрать. Кремниевое копье, кремниевый нож, мотыга.
Так, вот мотыгу, как раз чтобы выровнять поверхность немножко. Сейчас немножко дерево тут подолблю. Аккуратнее смотри, чтобы на тебя не упало. Сломался. Оружие. Чинить, если чё. По-моему, здесь же верстаки. Да. Смола какая-то вон. Перья. Буду перья это взять. Так, давай один сундук под еду оставим, вот который справа, а слева пока ставим сундуки для чего-нибудь другого. Добывать. Да, подровняй немножко этот еще туда вдаль, чтобы оно поровнее было. Эти кусты сломаю тогда. Что-то Махим Кузнецов пишет, он, видимо, в Тарьяле. Наверное, собраться хочет. Надо грибок схавать. Ты мясо-то поел? Нет. Ты поешь, чтобы у тебя 3 активных еды было задействовано? Хватает места, говорит. Ой, блин, ударил случайно. Жди, пока поджарится, или это я повесил? Я повесил. Сейчас я это дерево срублю тоже. Домик, наверное, слишком большой. Нет смысла, наверное, строить. Есть смысл небольшой домик и этот чисто огородить забором каким-нибудь от этих, чтобы они особо не забегали к нам, не ломали дом. Ну, что-то ровно не получается какая-то. Ну, примерно, там все равно платформы поставим, эти деревянные полы. Там ровно будет. Ну что, ворона, скажешь? Кстати, ночь наступает уже, сейчас начнут первые эти прибегать. Можем кровати как-то скрафтить, если уже можем. И типа просто поспать ночь. Хотя на этих чудиках мы типа тоже качаемся. Убивая, но их там типа... Не сразу много, конечно, наверное, будет, но сколько-то прибежит. Так, нашел, где чинить инструмент. Это в верстаке слева кнопка.
топорика на него нажимаешь, он чинит. Ого, сейчас начнут прибегать. Кровати там есть? Так, через молоток скорее оно. Мебель, кровать. На первое время можем пока кинуть, наверное. Или под навесом оно должно быть, я вот не помню. Давай попробуем лечь. Иди сюда. Блин, должна быть под крышей тоже кровать. Все, давай быстренько. Вам, говоришь, холодно. Давай такую крышу небольшую пока просто скрафтим. Помещение надо, блин, еще что-то. Или фиг с ним, нормально потом построим. Первую ночь-то отобьемся, думаю. Вот, хочешь достроить все-таки, и тут мешается. Лучше в другом месте сейчас поставим, не здесь. Давай сразу площадочку тогда вот здесь сделаем. Пол, что ли? Да. Так, иди немножко. Давай тоже помогай. Сколько? 4 на 4 построим. Что-то ты уже криво поставил какую-то. Ну. Или я криво поставил. Там оно присосаться должно к стенке. Что-то ты поднял наоборот. Пониже надо. А как? Наоборот, на ту сторону. Ну, там должно быть написано. Выровнять. Того, наверное. Случайно встал. Ну как-то можно вниз, там мы даже прям яму копали вниз. Хочет. Оборот он наваливает. Хрен поймешь, как это работает. А причем тут вообще меню строительства, того. Ладно, давай сделаем вот в эту сторону тогда.
Дерев больше нет. Что-то пока челоброны не приходят. Видимо, первую ночь. Ну, вдалеке ходит один так чисто. А, еще, кстати, вот эти боятся факелы. Гремлингита. Убегает. Сон. Вот тут он какая-то это. Ну, фиг с ним придет. Если надо. Подъедаешь ягодки и грибочки-то? Ага. Хорошо. Блин, надо еще, кстати, чтобы дерево на наш дом-то не упало. Блин, сломалась. Откуда? Ну, к верстаку подойди. И слева молоточек такой. Нарисован. А, я загорелся. Неудачно мы костер, конечно, поставим. Ну, мы переставим. Это пока на первое время тыкнули. Чтобы нас подавить. Все же можно переставить. Опять загорелся. What the fuck? У тебя дерева много? Много дерева у тебя? Мне 9. Не так много, можно получить тогда. Не понял, как починить-то. Слева молоточек такой. У панельки. У правой панельки слева. Ну, надо что, в руки взять мотыгу, что ли? Просто починить предмет, нажимая, он все предметы починит просто. А. Он на это что-то тратит? По-моему, нет. Нафиг тогда ломать что-то, если можно так легко починить? Ну, если мы куда-то уйдем, типа, и где-то что-то сломается. Но всегда можно же верстак, типа, под укрытием поставить и починить. Пошла из деревьев. Сейчас, я думаю, небольшое укрытие сделаем. Нам много-то и не надо. Просто закроем небольшое домишко. Там чисто сундуки. А потом чисто воротами и огородим. Типа вышек можно каких-нибудь построить.
Потом с лука расстреливать. А потом пойдем просто бегать, искать пещеры разные, охотиться, убивать всяких этих животных, там, троллей. Возможно, найдем как раз место для босса первого. Оно где-то в начальной же локации, где мы появляемся. Должен быть. В доме прям можно костер поставить? И он зажжет тут нахер все. Ну он, по-моему, на этот не ставится, на пол. Ну его как раз вот сбоку там же пусть останется. Мы там чисто дверку сделаем приоткрыть. Приоткрываешь там. Ну я убрал, потому что я тут уже два раза в верстака загорелся. Мы верстак сейчас тоже в дом перенесем. Попробуй тоже подровнять вот эту землю-то теперь. В доме-то. Можно, кстати, было типа окон оставить еще. Блин, ты бьешь, у меня трясется танк. Сейчас, наверное, окошки тоже попробую сделать. В каких-нибудь местах. Че, уходит земля, нет? Может, надо это? Этот... ничего не меняется. Наверное, мешает пол, надо его. Давай уберем. Заново. Попробуй. Так же корка какая-то. Вот даже больше стало. Дай мне мотыгу, я попробую. Ну-ка, найди сюда. Пойдем, я. Сейчас выровняем, наоборот, по той, получается, части.
хай. Иду. Вот какой-то домик нашел. Так, пока побегай, что-нибудь подлутай. Все быстренько построю тут опять. Надеюсь, быстренько. Здесь кровать. Эх, землянка какая-то. У меня жизни это убавляется. Надо поесть. Что? Почему не держится так? Нормес. Крыша. А, еще какое-то строение нашел.
нас с этой стороны хрупко, как будто из-за чего? Не могу понять. Из-за того, что на весу, что ли, тут? Не знаю. Окна сделал. Мясо добыл. Дерево закончилось. Быстренько крышу доделаю. Сюда, наверное, эта крыша и не поставится, блин. Без крепления, скорее всего. Или поставится, поставилась. Опять дерево закончилось. Блин, лишь бы на дом не упал вот чё. Оно не управляется? Ну, может, зависит от того, с какой стороны ты бьешь. Ну,
хорошо опять. Надо лук скрафтить. Охотиться? Ну, вообще, да, для дальнейших этих надо. Тут олени бегают. Оленей, да, просто так не догнать. И с лука их херачить. Кабанчик, кабанчик, кабанчик. Бежал что-то. А, нет, привет, вернулся. Ну и чё? Не знаю, зачем он дуванчиков набрал каких-то. Верстак поставил, сейчас две кровати бахну. Так, лук. Жена шкура. Кровати поставлю по краям, одну там, одну тут тогда. Дерева не хватает. Еще одного кабана убить. Блин, лук. Так, а что там на лук надо? Я не помню. 8 штук. И что там еще? Еще кабанов. Идем поспим. Какие-то твари. Давай поспим. Ночь наступила, ворон прилетел. Я ему сообщил. Раз. А, и соответственно, когда мы выспимся, у нас еще бодрость. Какой-то бонус дает в начале дня. Идешь? Угу. Так, я в принципе... Все поставил. С ящики надо будет скрафтить. И кемпфайр нормально там сделать. В принципе, можем выдвигаться. И кабанов там всяких. Сейчас пару ящиков поставлю. Дерева нет. Ящики непонятные. В сундуке что-то скидывал?
перья. Сейчас я тоже сломаю, с него соберу. Постница. Кабанчик. Трофей. Голова кабана. О, можно хвост приготовить этого Никса. Так, надо для костра еще навес сделать, чтобы он не потухал в дождь. И, в принципе... Можно, по-моему, две штучки-то эти для мяса вроде ставить. Вроде бы. А вот я дерево свалил, что я его с ним дальше делать? Бей бревно. Один сундук под еду сделаем здесь рядом. Дерева не хватает. Ай, блин, бревно надумажил. Покатился. У меня место закончилось в кармане. Да, фига. Скинь по ящикам там, только надо, наверное, тоже как-то распределить. Давай в самый левый ящик у стены дерево камень. Шкурки там какие-нибудь, еще что-нибудь в другой. Не могу даже идти. Может, ты перегружен, что-нибудь скинь. Можно еще вот такую лесенку сюда бахнуть. Это... Ой. И шо тут? Хочу еще лесенку здесь сбоку на вот эту крышу сделать. Залазить, если чё. Можешь взять себе мясо. Лук забыл сделать. Ай, блин, стёр наступил. Так, сейчас сундук поставлю.
костра для еды. Ставлю 2 на всякий случай. А стрелы как сделать? Я не знаю рецепт. Ну, ягодки теперь самая лайтовая еда, ее можно. Я лучше с собой же взять пока. Так, сколько надо было кожи-то? У меня вот 5 есть кожек, кожа кабана. А как голову кабана повесить на стену-то? Думаешь, ее можно повесить? Хотя... с чем-то типа можно, как будто, но там может вот эту скинь вон просто в сундук. Может, там какую-то платформу надо поставить для... Так, лук, у тебя есть кожа кабаната? У меня есть. Я скидывал, сколько там вот есть. Я уже сделал, надо 8. Но, нет, это тоже лук нужен. Нет, пока больше нет. 5. Мотыгу я оставлю, больше пока не нужна. Слот не занимала. Все, можно на кабанов поохотиться. Вау! Здесь мы упали. Чем? Ты че нахер? А их тут целый лес. Кого? Троллей. Их этих. Он бежал. О, тут этот ядовитый еще. А ты тоже пришел драться? Да. 19 кп осталось. Блин, ну надо лук лучше. А то этот ядом, ядом плюет, стреляй в него. Я пока мелкий попробую побить. Хотя они не слабые, которые эти уже усилены. Вначале там он лук херово стреляет, так что на прям в землю летит. Блин, яд на меня накинул. Они еще кидаются камнями, охереть. Блин, я от яда гнию. Мне чуть-чуть отойти. Бан еще напал, да что тут вас? Ядовитый, по-моему, еще хилится, кстати. Ага. Нам надо мелких, наверное, сперва раскидать. Как аван-то делся? Гнида ты. Отдушил. Блин. 4 кп. 20 кп. 3. Я сейчас сдохну от яда. Ох. Хилимся, живем. Как хилиться? Ну... типа... подъедать, пока... стараться. Ну, ждать... можно и не ждать, можно типа подъесть чуть-чуть, и он подхилится чуть-чуть. Блин, ну я один тут с ядовитым не справлюсь, надо. Блин,
заблочил еще удар. Я заберу свой этот. Угу. Пока мансую тут. А че я голый? Тебе надо надеть там шмотку. Типа такая тряпка в тебе. Так. Ух ты, блин. Блин, мне тоже яд попал. 25 хп всего. Ты подъешься. Осторожно. Давай запушим его, заспамим. 12 хп. Так, ну, убили. Еще один. Небольшую часть способности теряю. Так, видимо, Макс подошел. Сейчас надо дверь открыть. Посмотри за мясом, чтобы не сгорело. Угу. Все, она уже прекрасно забрал. Сейчас подойду. Так, я тут. Максим подошел. Так чем тогда мы можем потом поиграть? Ну, можем так-то, но ты можешь с ним что-нибудь это обсудить. Не хочешь? Он поздороваться хочет. Здорово, если он слышно меня. Здравствуй. Приветик.
Он говорит тебе приветик. Я там в наушниках просто... Чего не выведешь? Да потому что микро будет совершенно... Да нет. Чего не думаю? Так, тут у нас Челикс еще написал. Древние русы выживают. Видео в цвете. Смотреть онлайн без регистрации. Спасибо. Сейчас спамчик. Feels Birthday Man. Что ты еще подписал на чем? Что будете выпивать сидеть? Опа. И онлайн сразу поднялся. Три зрителя. Как Максим пришел. Я еще посмотрел немножко просто. Как он выглядит, посмотрели вами. Это обычно. Ну как сказать? Типа Майнкрафт, грубо говоря, только поинтереснее. Ну и визуально мне лучше нравится, чем эти кубы. Нужно три шкуры. Да, мне, кстати, надо, у меня как раз 5. Сейчас крафчу лук и стрелы, и пойдем долбить кабанов. И оленей. Качаешься, развиваешься. Там, по-моему, на всей карте 8 боссов, по-моему, что ли, где-то так. Надо их всех найти, убить. Давайте трелочку можно дам. Не, я есть не буду. Я недавно ел. Нет, так чисто. Пинг дамажит тут. Вот так подъем и все. Так, делаем лук. Дым дамажит, вот это да. Так, и я бы сделал себе, знаешь, что? Стрелы, конечно, естественно. И... Ну, не совсем. Ну, элемент крафта есть, но тут как бы... Ты сколько себе стрел сделал? Я бы пачку из 100 штук сделай. 27. У меня столько троф нет. Нет, только мы. Только для вас будет один сервер. Интересно, где будет. Чисто. Тут смысл убить вот этих 8 боссов, чтобы пройти. Мы только начали, мы еще даже не нашли, где первый босс. Но он где-то должен в первой локации быть, так что можем найти его, убить. Так-то прикольно там. Мы с Серегой чуть-чуть играли. По-моему, в доту что ли играет опять. Мы звали? Или не в доту он играет? Хотя он как будто бы не в сети показан. Ну могу, но просто не громко, если. Ну да, попробуй. А то это... Сколько? Ставлю. Так, Лёня, дай сигнал. Здорово. Слышал меня? Здорово, здорово. Слышал тебя. Слышал, ну на телеке я включил. Но не сильно, чтоб микрофон не отдавало. Так. Похоже, скинем. Дерево, в принципе, можно ставить. Смола тут была. А, кстати, что, ночь наступает? Вечер уже, что ли? О, олень. Олени нам нужны. Для первого босса там надо как раз олени рога преподнести. Чтобы заспавнить. Ни хрена кабану кританула. С одной стрелы убил. Никс куда-то поплыл. Он от кабана, наверное. У него кабан, что ли, был, согрелся. А вон болотная лягушка какая-то. Так, ты что тут? Да. Я пытаюсь охотиться.
кстати, когда оленей увидим, надо на корточки встать, чтобы скрытность типа была. Ну и, соответственно, тоже будет качаться. Но пока кабанов он можно здесь. Он что-то быкует. И, соответственно, лук нам тоже надо стрелять им, качать. Лук какой-то нашел. Ну, лутай. Я хочу ножик еще скрафтить, но там, по-моему, кремень нужен будет. Нашел монеты. Что с ними делать? Ну, бери, пока не знаю. Кстати, ночь наступает, давай сходим поспим. Немножко инвентарь надо переставить. Давай это сюда, сюда. Вы все так же каждые две недели ездите? Не, все проводим. Когда 27 октября я приеду. Блин, кровать должна быть рядом с костром. А чё, он же рядом? Недостаточно рядом, значит, да? Лампу полопнули. Ну, давай кровать переставлять. Да лучше костер переставить, но... Хотя... Если мы ящики вот эти, давай заберем все с них. И переставим-то другое место. Тут две кровати бахнем просто. Забрал. Переставить их нельзя, только сломать. Да, но ресурсы-то падают как бы с них. Сейчас поставим. Будем спать в обнимку вместе. Все вроде. Просыпаетесь боевым кличем на устах. Представил, как такие викинги кричат с утра. Так, сундуки тогда в эту сторону ставим. Семена бука, мы можем деревья садить. По-моему, что-то с фермерством вроде тоже можно. Наверное, не хватает дерева. Ладно, пока три ящика пусть будет. Дерево я тогда оставлю. Я не знаю, что у тебя нового. Да ничего. Песня новая будет, выйдет 12 декабря. Именно 12 декабря. С фон синенький. Можно другие цвета там поставить. Так, а мы нож уже можем сделать? Сделать. Можем, кстати. Я бы сделался кремниевый нож. Мне понравилось в прошлые разы, когда играли. Вместо дубинки. Чисто ножиком работать. Я могу тебе тоже сделать, нужно? Давай, потому что я кремень выкинул. Давай я тебе скину нам.
Он быстрее вроде, возможно, бьет. Возможно, нет. Но нож мне больше понравился тогда. Так, мотыгу убираю, нож, лук. Так, шкуры. Скидываем сюда, кремень сюда. А, и стрел бы тебе сделать побольше. Если есть у тебя сейчас дерево, сделай сразу побольше. Хотя бы пачку из 100. Надо еще мясо пожарить, чтобы было. Что, вы слева это видите? Нормально? Нет. Это стенки? Он что-то вообще перестал приезжать. Ну все, такое было. Есть такое, да. Ну что-то сколько уж этот период длится. Все равно долго как-то уже обычно проходит. Или он за все года ранее. Я по еде нормально? Да. Отлично. Так. Ну погнали исследовать тогда там. Оленей надо вот ловить. Фармим всю живность. Надо загнать их как-то, а то они убегают. Надо на приседе к ним подкрадываться. Издалека да. Стараться стрелять как бы. Они слышат, как снизу. Ты тетиву заряжаешь и убегают. Да, надо есть, вот чтобы хпшка больше было. Чё ты говоришь? Ну ты тетиву начинаешь заряжать, они слышат и убегают. Ну надо еще дальше, значит. Сейчас, кстати, у нас лук не прокачан, он вообще херово стрела летит. Но чем больше юзаем, тем лучше потом будет. Мне кажется, ближе где-то вглубь, если пойдем, где-то там должен этот ритуальный камень быть, мне кажется. Нет, уже давно, уже несколько лет. На днюхе только был я у него. По-моему. Не знаю. Ну да, мы его видели с Коляном, как-то мы прогуливались, тоже встретили его. Нормально, поговорили, он не на заправке сейчас работает, а в этом... В сервисе, да. Колян тоже уже что-то это... Ой, блин, олень. Фугал. Как медленно летит стрела-то еще. Черный лес. Ну давно он был тоже. Ну что, ФПС у меня тут просел. Песни пишут. С Серегой трек у них вышел. Про кого? Я тебе про него до этого же и говорил. Ну, вот это и рассказал, что... Что-то парировать не могу. Надо было попарировать, что-то тоже прокачать. Ну, пока не знаю. Сейчас не знаю, где он
оттуда ушел, с прошлого места был. Ну. Ну там что-то рабочий момент, там что работают-то. О, олень. И лось вон. Сзади тебя. Давай вместе натянем тетиву. На счет три. Раз. Два. Три. А, шотнуло. Еще один справа, подожди. Давай. Раз. Два. Три. Хорош. Так, вот трофей. Не знаю. Максим спрашивает, нашел ли ты подругу какую-нибудь? Нет. Я дома сижу в основном. На работу никуда не хожу. Нет, говорит. Я в основном работаю, ты дома. Блин, а чё так лук шотает нормально? Из-за того, что тетиву так хорошо натягивает, что ли? Может быть. Я согласен, что хорошо, но просто он же не вкачан у нас ни хрена. Вот убить предлагает в этом лесу. Ну, босса как раз предлагают убить, надо найти вот его. Это как раз ты трофей головы оленя нашел. Можно, кстати, с... хотя не обязательно, наверное, скидывать. Ну, мероприятие снимал в летнее время. Я не хочу. Ой, я сдох случайно вообще. В смысле ты сдох? Чуть не заметил, что у меня хп мало было. Так сдох? Да. Блин. Давай. Я тоже вот не видел. А как ты сдох? Да, я решил поотражать атаку, оказывается, она все равно дамажит. А от кого ты? Я не вижу тут никого. Кто тебя убил-то? Лесничий местный. Блин, он куда-то, видимо, ушел, я его не вижу. Может, это он? Я его не заметил. Отражать — это полезная штука, тоже надо научиться парировать-то. Не. Ну, типа, когда тебя бьют, ты блокируешь. Да, я тебе это и говорю. Парирование. Надо, видимо, точно в момент волочить. Ретро. Последнее время я что-то нет. А так. Мы в кооперативы в последнее время играем. Да. Я не знаю, надо вот послушать, как будет. Послушать-то ты только на телеке услышишь. Я понял. Дублирую тогда, если тебе не сложно. Так. Смотри, что ты там говорил-то. Счет игр, спрашивает он еще раз. Мы в кооперативы, говорю, в последнее время играем. И, ну, ретро-игры-то, да, я поигрываю. Типа такие игры, вот как типа Ведьмак, допустим, какие-то не катаешь, я вот там, не знаю. Он, короче, про AAA проекты всякие. Да. Я такие, думаю обновить комп себе. Даже бабки подкопил.
Можно будет что-нибудь поиграть, RDR 2 какой-нибудь, думаю, после Нового года поиграть. RDR 2, да? Ага. Ну да, я играл в RDR, это прикольно, конечно. Ну, Ведьмак не больше запомнил, чем RDR, я тебе скажу. Ты Макая не катал? Не, не играл, что-то я как-то руки не доходили никогда. Сзади? Поляки вообще постарались, вообще классная игрушка, и вообще даже стримить интересно. Я, конечно, не знаю, как... Очень много кабанов, кстати. Надо всех не агрить, наверное. Да поздно. Они так-то слабые, но толпой могут запикать. Да, я даже думал, что на стрим-то как раз будет прикольно будет. Попробуй что-нибудь интересное. Тут все звездочки, кабаны, осторожно. Играл за ваш пар, запустим тоже классно. Чат сериал понесняли. Сериал за ваш пар, это не знаю. Вот и игрушка тоже классная, сюжет на линии. Ведьмак. Я вот первый, конечно, поиграл. Но первая, она, видишь, она русской озвучки, короче, нет, сабов нет русских. А игра, читай, чисто на инглише, ну, не прикольно. Ну вот сейчас на свече вышло, там с субтитрами русскими, но на свече это как постримишь? Да, я видел, что вышло, да, но что-то мне жалко, что я, если играю, то на на картоле, а там платно, считаю, она черт, и 5 выйдет. А у меня, считай, на Xbox она болтается, блин. Я никак не смогу портировать, короче, игру, да, то есть на разных платформах она закупать, короче, как не хочу, если потом хоть обновление выйдет, еще можно. Так, конечно, накатал бы тоже. Но тебе с Ведьмака надо начинать по-любому, чтобы ты кайфанул прям, чтобы его берег катал даже никак. Я вторую часть чуть-чуть. Третью нет пока. Но она, по-моему, есть у меня. Есть, да, и я типа. И первая, по-моему, есть. Сейчас третью не купишь даже. Надо как-то там по-хитрому через другие аккаунты турецкие. Так, мы куда-то идем вглубь, но пока ничего интересного не находим. Даже пещеры не находим. Думаешь, Лёня, нету в интернете, что ли, на просторах интернета какая-нибудь ломаная версия? Ну, стримить есть, таки конечно. Нельзя. Ну, как сказать, если догадаются только, тогда нельзя. Потому что нелицензионная. Лицензию только можно, в сути, стримить. Кто спалит, вот ты заходишь, как-то. Ну, вот, если кто-то спалит, то забанит потом аккаунт. А если ты заходишь, к примеру, уже игра запущена? Ну, можно, но риск, видишь, ну, есть просто. Что-то не пещер, ничего. О, скелет какой-то бежит на меня. О, кстати, где скелеты... Должны быть и пещеры. Там не дублируется на теле голос с телека? Мне? Да нет, мы тут прибавили на телеке чуть звук, чтоб слышно было Максу. Да нет, это я спрашиваю. Слышно стетика звука или нет? Лёнь. Непонятно. Мне не слышно, например. Ну, тебе-то понятно. Что ты хотел спросить? Лёнь, а у тебя сколько примерно аудитория смотрит? Вот ты стримишь, допустим, какие-нибудь игры олдскульные, примерно вот смотрят.
В зависимости от того, что происходит на стриме. Бывает, что 3 человека, а было максимум что-то 80 что-то человек. Если могу что-то прикольно придумать, классный, короче. Там, олдскульный. Вот, если что-то интересное, у меня, видимо... Да. А сейчас, допустим, что-нибудь прикольное запустишь там, да, какой-нибудь классный звук, олдскульный. У меня 2 скелета. Будет как бы смотреть, да? Ну, надо, чтобы это было интересно. Какой-то вот спидран так любят смотреть. Если просто включить старую игру, то могут и вообще не прийти. Ну, стараюсь общаться, потому что если молча играть, то тоже не очень люди это любят. Но если чатик живой, а он старается тоже там общаться. Бывает, что-то рассказываю, а бывает, что чатик сам начинает что-то спрашивать, так вообще легко. О, пещеру нашли. Пещеру я не вижу. Сейчас я помечу. А что, надо откапывать? Ну там полутать можно, не, просто войти нажми. Так, зашел ты? Так, вот тут тоже всякие скелеты будут, да чё, да? Что? Здесь не хотят бы сдохнуть. Нормально по хп так? Ау. Ну она такая человая чисто на развитие, говорю там. Блин, ну... Ну нам надо найти сейчас босса первого. Золотой убить. Гриб какой-то, кстати, у меня есть. Здоровье плюс 10. Это ж на любителей, как говорится. Вон еще золотые грибы надо тебе. Кстати, вот эти золотые грибы, они от яда. По-моему. У меня не так много хп, у тебя сколько? У меня 46 пока. У меня 65. 67. Да, аккуратнее-то немного. У меня, кстати, шмотку сломали на мне. Дочинить будет. Тупики. Голый. Тупик, да. Не, ну мы можем для более активности поиграть. Тот же вон Farlight побегать. Даже Максим, ты, Лет. Если что, можешь поиграть. Дверь ломает зачем-то. А в эту мы уж как-нибудь потом поиграем. Может, тогда в Farlight пойдем более активную игру? Максим скучает. Может. Это. Не то, что скучает, я поговорил со всеми. Я уже раз-два. Так, давай мы с тобой вместе на одну камеру сядем, я тебе ухо одну дам, и будем разговаривать сидеть. Да, неудобно. Ну нам надо либо вместе микрофон говорить, я обоих слушать через уши. Без наушников никак, потому что звук с колонок это как песни записывать. А стримеры как бы, допустим, записывают? Я вот включаю, там в аудитории сидят, тоже опрошу. Ну многие просто... звук с вебки берут и все, но все равно, если с колонок ты хочешь кого-то слышать, игру или что, она будет улавливаться микрофоном. Ну погнали, Farlight побегаем, тогда повеселее будет. Что, тогда выходим, выйдем с пещеры и сохраним. Сколько мы побегали? Вот час 40, в принципе. Если час 40 побегали, ни хера не сделали. В смысле, нихера? Мы дом строили еще в начале. Мы же вообще голые появились вначале.
Пока веток там соберешь, пока камушков соберешь. Туда-сюда. Пока домик построишь. Максим, ты сам-то как живешь? Ты тогда будешь Леню хорошо слышать, и не надо будет на телеке смотреть. Я бы просто пописал бы минимум 15-20 просто как бы стримил, писал вот так. Пиздец. Так что, рили офни пока. Ладно, пока офэм. Все идет не по плану. Пришел Макс, испортил план. Пришел Макс, все испортил. Ладно, если что, подруб будет позже. Возможно. Все, спасибо, кто смотрел.